20 века сюда, в Палестину, очень много приезжало еврейской молодежи, которые мечтали просто работать на этой земле, заниматься сельским хозяйством, как вот их предки в далекие времена работали на этой земле. И они решили жить вместе, сообща, вместе работать. И вот так появились первые вот эти группы, коммуны, работали все вместе, независимо от того, мужчины или женщины, все абсолютно были равны. Деньги, которые они зарабатывали, шли в общую кассу, в общую казну. И...